трем подписчикам, гостям. Я Джетли, и сегодня мы будем делать куличи. Вот. Нам нужна кастрюлька. 200 грамм масла. Аккуратно его кладем в кастрюльку. Очень аккуратно. Да. И включаем нашу. Наверное, на вторую скорость. Теперь мы берем мисочку. Мы берем венчик. Высыпаем 1/3 сахара в миску. Это примерно вот столько. И берем 3 яичка. Моем наши яички. Это очень важно. Очень важно мыть яички. Теперь бесщадно, беспощадно бьем наши яички. Вот сюда вот. И взбиваем. Когда мы взбили наши яйца с сахаром, мы добавляем 250 грамм творога. Теперь мы это немножко перемешаем. Вкусно. Теперь мы берем мисочку побольше, 300 грамм. И теперь, ну я просеиваю, вы можете не просеивать, наверное, но я просеиваю. Теперь мы добавляем 2 пакетика ванилина, но у меня есть 1,5, поэтому я дорасходую один и добавлю 2. И добавляем 2 разрыхлителя теста. Теперь мы вливаем все в муку. Я не уверена, что в таком порядке, но... И вливаем сюда масло. Теперь мы это перемешиваем. А теперь мы берем формочки. У нас это формочки бумажные. И берем маслице. И промазываем наши формочки. Теперь полученную массу мы заливаем в формочки для куличей. Я не знаю, насколько хватит. Я на всякий случай промазала 3 формы. А теперь ставим в духовочку разогретую на 180 градусов. Ты что снимаешь опять дальше? Ну что ты такое? Ну, дай человеку понять нормально. Для глазури мы берем вот эти вот классные пакетики, да, глазурь со вкусом лимона, ненавижу ее. Содержимое пакетика высыпать в небольшую миску. Пока. Мы сейчас будем высыпать для того, чтобы наша... Вот эта вот фиговинка приобрела нормальную форму. Мы берем чашку. Да, горячая вода, я неаккуратна никогда. Кладем туда все вот так вот. Я не уверена, что оно сработает, но пускай работает на нас, а не мы на нее. Вот, открываем пакет. Всыпаем туда все содержимое, все, что есть. Я не знаю, это на один кулич или на 2. Тратим все. Кулинарное безумие. Извини, радость, я тебе это... Не сказала, но у меня есть 2 пакетик. И вливаем 3-4 ложки молока. Мы вливаем 3 ложки молока, а того 6. И перемешиваем это. Перемешиваем. Вот так вот. Перемешиваем. Спи, моя радость, усни. В доме погасли огни. В доме погасли огни. Дверь ни одна не скрипит. Маньяк в подвале сидит. Спи, моя радость, усни. Скоро подохнешь и ты. Глазурь в тюбике у нас, в принципе, кстати, растопилась. Вот посмотрите, как она прекрасно вот растопилась. Вообще, отлично. И у нас еще есть 2 посыпочка. Посыпочка. 2 штуки.
Вот такая вот прекрасная посыпочка, да, вы видите, декор микс розовый. И декор микс шоколадный, но по мне, так это какие-то хомячьи какашки. Что ж, хорошо, хорошо. Что купили, то и съели. А теперь мы открываем духовочку. Берем, чтобы не обжечься какую-нибудь хреновую венку. Берем нашу глазурь, которая начала застывать. И льем на кулич. Смотри, она уже застывает. Я глазурь лимонная, я застыну, когда захочу. Я начинаю наносить рисуночек на них. И рисовать мы будем кролика и цветочек. Тут кролика? Рисуем кролика. Ой. Рисуем цветочек. Теперь мы берем посыпочку. Посыпочку берем. Куда какую? На кролика мы используем шоколадную посыпочку. Что так сложно-то, а? Берем такую красивую посыпочку и сыпем ее сюда. Она у нас осталась, сыпем на кролика, он такой радостный вот. Все, наши куличи готовы, а я пойду за веником. Всем спасибо за просмотр, всем пока.